Всем привет, с вами, как всегда, канал GG Family, Катя, Максим. Всем привет. В общем, 7 Day to Die продолжаем, у нас уже четвертый день. Благополучно мы дождались утра, к нам, кстати, там пару зомбарей пришло ночью, но мы их удачно отбили. В общем, ничего сложного не было, интересного. Как-то так. Пошел я за яичками, как бы у меня свои-то есть, но вот кушать хочется. Кушать очень хочется, так что я пойду поищу их. Че, первого уровня я уберу, да, кирку, оставлю дома. А, да, конечно. Блин, что-то а вот по яичкам... Наконец-то у меня нормальный, блин, топор. Да, я сделал Катюхе четвертого уровня топор. Топор. И она теперь крутой пожарник. Блин, с яичками что-то сложно. Ну, еще и жить или нос вообще? Чешется. Найти. Ага. Я думала, жить с ними сложно. Такой, щутка-минутка. Ага. Блин, я помню, раньше вообще яиц было много, а сейчас что-то по одному постоянно они находятся. Сейчас ничего у нас нету. Либо вообще их нету. Ой. Ой-ой-ой, мне тут скриншоты делают. Скриншоты делают, мне тут лежат. Чё? Опять мне подключили все. Блин, Бакс, ты красава. Он мне FPS еще включил. Так, хорошо, что ты не записываешь. Картофелем. Ну смотри, могу один стейк с картофелем сделать. Ну, делай хочется что-нибудь. Кому-то. Без разницы, что же. Главное, чтобы жрать можно. Кому-то было съесть, а кто-то будет ходить голодный. Не, ну я сейчас яички-то принесу, я сколько нашел уже. Одно. Офигеть, одно, серьезно? Так. А, рецепт стейка с картофелем у меня нет? Что? Я же находила. Вот рыбная атака я типа могу, но у меня нет в этой. Кукурузная, вареное мясо. Так. Чё-то как-то фигово. Ладно, сейчас что-нибудь намучу. Что-нибудь сварю. Ну, хотя бы просто мясо. Так, сейчас. Я юки тебе пособираю, на всякий случай. Да, у нас этого юки куча, зачем? Ну, если я ж тут бегаю. Впустую, получается. Хотя бы юки принесу. Юки, хуюки. Не, серьезно, нету гнезд. Мы думали, что, блин, в пустыне всегда гнезда были. Ну, как бы гнезда-то есть, в принципе. В лесу их куча. Но они пустые. Точно, в лесу дофига должно быть. Ну, проблема в том, что попробуй леса у нас нету. Так, ну я приготовила. Могу взять с собой, да пойдем. У нас же там задание с тобой. Задание со мной? Да. Да сейчас фанат. Дождись уже, сейчас подожди. А то у меня тут я ваш перья фанат. Яйца. Кстати, скоро груз должен быть. А ты включила, чтобы его видно было? Не помнишь? Да. Оно все хорошо. Всегда оно стояло, ты чё? Ну ладно, я потихонечку бегу домой тогда. Давай. О, два яичка есть. Фу. Ты где взяла их? А в ящике лежали. А-а-а. Одна яичница с беконом приготовится. Ой. Ой, пошли скриншоты еще. Так. С патронов, конечно, не серьезно. Патроны-то это хорошо, но, блин, сейчас хавать хочется. Так я приготовила, пойдем. Все, я беру. Сейчас же пойдем на вылазку, да там что-нибудь найдем. В любом случае. Окей. Так, это траншея моя. Никто не копает без меня.
А кто их будет копать-то? Ну, не знаю, зомби бы ночью поработали немножко. У меня выносливость просто, блин, уже где-то половина практически. Чуть больше половины. А чё, а теперь эти не вылазят? Или их ты все разоружил? Ты кого? Ну, оружие. Раньше, помнишь, в модификат заходишь, и типа патроны вылазят из него. А они, может быть, сразу без патронов были? Угу. Ну, да, может быть. Может быть, конечно, так сделали. Так, на эти скидываю, что нашел. Угу. А нашел я много чего. Так вот. Так, все, я готов. Готовчик. Угу. Так, где моя еда? Кушать, на. Максим. Давай. А, ты там... Не, нет, я не взял. Ой, у тебя сколько хлеб? Всего? 67. На лучше вот эту. Я уже хлеб съел. Она больше выносливости дает. Где-то тут, ну, консервы еще захавай, да и все. Все, пошли. Так, ну я с собой взял и потихонечку буду их есть. Ой, так, а куда идем? По заданию. А, ну пойдем. КТ уснул, все, теперь. КТ уснул, нас... все хорошо. То мне скриншотов штук 10 наделал. Были бы еще путевые, да? Да не говори. Так, а нам туда? Давай тут перелезем, да и все. А, нет, ладно, обойдем. Пойдем вот здесь выйдем. Вот, Максим. Хватит жрать там. Хоть бы птиц каких-нибудь вели, да, чтобы летали там. Ну, только курочки бегают, но их, блин, тоже фиг найдешь. Так. А, пойдем по дороге вверх. Там сейчас просто смысл через бегать скалы. А там, думаешь, есть проход? Ну, все же получше будет бежать. Там, потому что, ну, не так далеко она находится. А, ну давай, может, что-нибудь найдем по дороге. Ну. Ой, слушай, я поел прям хорошо, прям практически максимум набил себе. Ну, хорошо. Выносливость, да, конечно, качается быстро довольно-таки. Конечно, в лесу таких проблем нету. Потому и жару там... нету там проблем. Да, убил оленя, там лань какой-нибудь, все, у тебя там нормально мясо. Там через каждые, блин, 2 метра эти гнезда. Не, тут тоже есть гнезда, есть... но одни перья, блин. Да, тут. Вот раньше у нас дефицит с перьями был. Опа, нашла книгу. Бой в городских условиях скрытно. Задев жестянку на полу, можно растревожить осиное гнездо, копать. В смысле скрытно. На, ты же там скрытность качаешь. Походу, ты когда будешь... Типа, все искать, не так будет слышно тебя. Ой. А, ну слушай, там вон что-то есть впереди, заправка какая-то. Да, там, слушай, городок какой-то. Ну, есть впереди. Нормально. А, вон, смотри, справа еще 2 домика. Подожди, лет, мы там были. А, этот дом там мы были. Подожди. Гнездо. Блин, теперь за гнездами прям будем бегать. Пустое. Ну, мы там были, значит. Тут зомби немножко гуляют. Ну, это же вон, там перерабатывающая фигня или что. Опа, курица. Ой, промахнулся. Да что такое? Курица нашла. Так тут еще гадины и змеи нету. Обычно змеи тут куча. Справишься? Да. Ты мне здесь нужен. Тут, короче, курица где-то бегала. Сейчас. Я не могу. Dinner Drinks Shake. Магазин. О, ну слушай, там жратва должна быть. Угу. В больших количествах. Так. Не могу курицу найти. Куда-то она драпанула. У нас
как не понос, так золотуха. То жратвы куча нету, блин, перья всего, боеприпасов. То у нас сейчас патронов хоть жопой жуй, а еды вообще нету. Угу. Не, ну патронов у нас дофига, потому что мы и военку за это залутали. Ну да. Пойду зомби убью. Ой. Пока тихо. Да блин, умри же ты. Ты что там? Справить? Да, не можешь попасть? Но... Так, слушай, тут открыто даже. Подожди, ты меня-то подожди, давай, убежал. Давай, я не захожу. Кать, птица летит. Поздравляю, я еще даже не дошла. Я же зомби когда убивала. А, ну, в принципе, далеко от нас. Так, я пока на крышу только схожу. Угу. Тут, может, гнезда какие есть. Блин. Че там тихо в этом? Внутри тихо. Но я не заходил, как бы, может быть, внутри-то... Ну, все-таки тут есть. Ой, тут этот жирный зомби идет большой. Хоть зомби стали появляться, а то мы у себя в округе всех убили. Кровь нашел. А? Три пакета крови нашел. Они же нужны. Ой, нам. Ой, хорош. Это аптечки потом делать. Угу. А что, дальше зомби пойдут жесткие? Так, я убила зомбаря. Ну что, будем заходить, нет? Ты где? Да, конечно. Я спускаюсь. Так, опа. Подожди, там это. Я тут зомби еще залутали. Ну, в смысле, заберу свои стрелки. Стрельки. Так, и где-то птица, Катя, осторожно. А я уже внутрь зашла. А. А, они тут уже бьют у меня. Ладно, тогда я тоже захожу. У них закрыто? В туалете никого. Ты куда телепортируешься-то, ублюдок, Катя, осторожно. Да, ко мне уже. Ой. Все? Не знаю. Так, в вот еще чисто? Дверь. Да, дура, дверь открыта. Понаберут тут по объявлению продавцов, а ты потом мучайся. Уже все залутало. Лопату первого уровня нашла. Это что, не лутается? Может, открытая, поэтому не лутается. Да, что-то мы обрадовались, а еды-то нету. Ага. Нету, чуть-чуть было у меня тут. А, тут, оказывается, сзади можно было зайти. Что-то, короче, параж какая-то. Так, красители всякие, железная лопата. Ну что, пойдем тогда дальше? Там дальше, ну да, же пойдем. Там еще есть. Блин, да елки. Птицу видно? А, вон летает. Ну, у нас вон задание левее. Типа, так. А, все, в тот дом не пойдем. Все, потому что. Ну пойдем. Это тот самый. Ага, сейчас. Это тот самый дом, где я появилась, короче. А, ну все тогда. Пойдем, птичка за нами летит потихонечку, но мы ее это. Мы готовы. Я надеюсь. Хоть бы змея какая-нибудь была. Считай, змеи хоть какая-то еда есть. Не, ну мясо-то у нас, в принципе, дома-то есть. Нам больше ну, яйца нужно. Ну, это понятно, но она-то скоро закончится. О, чирлидерша. Ой, нам надо. А, ну тихо, ладно. Тут койот. Тут кабан, Макс. Ой, кабан, где? Живем. Папа, едь ты. Все, хорошо. Прикроешь? Где кабан? Иди кабана убей.
Тебе же по заданию надо. Кстати, только хотел сказать, сейчас бы кабана бы нам. Есть, убил. Да. Разделывай. Я тоже выстрелила в него. Так, сколько с кабана мяса? Ай, блядь! Думал, что такое. Ну хорош, 27 кусков мяса с кабана. А ну замечательно. Собаки 12, у нас 39 кусков. А только хотел сказать, напрягает. Блин, что-то кабанов тут нет. А вот, пожалуйста, кабан. Хоть какая-то еда. Так, снижается, Кать. Да, блядь, хер попадешь, а? Иди сюда, тварь. Ну и хер с тобой. Ну, прилетит, когда вот по затылку получим, тогда ага. Ну, ладно. У нас хоть еда. Вам жарко, да пошел ты. Задолбали. Там это зомбюха, блядь. Ходит. Стриптизерша. Танцуй, детка. Слушай, ну вон, походу, там домик есть. Но нам не туда, конечно, но там домик есть. Можно будет... Там уж подзалутачу. Так, теперь смотри по сторонам. Вдруг тут еще будет где-то. Животные. А тебе засчитали кабана, не знаешь? Сейчас гляну. Блин, все, у меня жара началась. Свинячая работа, да, один кабан. А, ну ништяк. Смотри, а там-то дальше пепельный. Да? Или мне кажется? Впереди да, пепельный да, же этот лес. Ты права. Ага, значит, где-то между... У нас еще есть лес, лесной биом. Пепель, но он же, получается, как типа связывает несколько биомов. Блин, нам бы сейчас слушай, транспорт. Там Пригодим. Какая-то херобора справа большая. Видишь? Блять, не заряжен. Видишь, какое там здоровое здание? Какое там здоровое здание? Да, какое там здоровое здание. Я учусь в школе русская. Ух, 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 ух. Смотри, сколько этого селитры. Так мы до этого пробегали, что-то мы не... Да я знаю, да тут куча всего. Да ладно, это потом же можно будет сходить. Но... Фика соя. Так. Может, так, пойдем, что у нас тут прям задание. Ну да, да. А левее там вон на горе домик, так что надо будет в него сходить. И сходить вон потом в то большое здание. Блин, интересно, что там. Хотя бы глянуть одним глазком, да? Угу. Так, ждите активации. А где? А я что-то кнопки активации не вижу, мы, наверное, не близко. Мы не нашли еще. О, там вон еще рядышком прям здание. Ага. Видишь? Что это такое было? А вот, пойдем. Ой, подожди, надо ползучего убить, гада. Давай. Фига ты Рэмбо, блин, всех убивает. Чё, прожимай. А, троих надо всего убить. Ой, ой, блядь, Макс, осторожно, не со всех сторон. Я знаю. Так, девчули, тихо. Ой, не попал. Тихо, тихо, кровотечение. Тебе помочь? Нет. Все, поговорить с торговцем. Угу. У тебя выполнилось тоже? Да? Так, слушай, это буз-бар. Слушай, там может быть что-то пожрать будет. Подожди. А пойдем туда, на дом, поднимемся в домик наверху. Мне просто интересно. Он большой, мне кажется. А, нет, потом в него зайдем, потому что если мы туда вверх пойдем по дороге, мы прямо до дома. Короче, ну там дорога. Пойдем сначала вот сюда. В бар. Ну и в принципе. Блин, как хочется вот это подобывать все. Ну ладно.
Будем знать, что здесь это все есть. Это надо будет потом, чисто без записи. Но взять хорошие кирки уже. Ну да. Кому будет интересно смотреть, как мы бьем камень? 24 часа, да? Сутки. 7 дней в неделю. Есть. Хорош. Не знаю, кто из нас ее подбил, но это было красиво. Зайчик. Впереди. Опа. Надо его убить. Блин, убивай ты вот мелких животных. У тебя же быстро стреляет. Он куда-то убежал, я уже не вижу. Он сюда куда-то убежал, что ли? Может быть. Они такие мелкие, хрен увидишь. О, у меня 9 уровень, хорош. Куда-то вроде вот сюда прибежал. А вон он, ну, тихо. Ладно. Тихо, 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 тихо. Зайка, тихо. Стой, ну куда ты побежал? А, вон он, вон, вон, вижу, вижу, вижу. Тихо, успокойся, заяц. Блять, почти попала. Я почти всё, иди. Попала в него. Короче, арбалет найдем. Надо будет тебе тоже его взять. Офигенная тема. Ой. Так, ну неплохо. Он, конечно, задержается долго, но он, блин, стреляет четко в цель. А мне приходится как на упреждение это делать. Так, ну вокруг пробежался, ничего, надо заходить, значит. Пойдем с заднего двора зайдем. Так, ой, тихо, подожди, кто орёт? Да это женщина вон сверху. Женщина, я не танцую. Кстати, ты там мои стрелы не подбирал? Стой. Одна есть, на. На. Ой. Там подбери. Так, сейчас этот... Подожди, подожди, сейчас этот разломаю все ненужное. То, блин, мешается. То, блин, перевес. Пойдем. А что, открыта дверь? Да почему ты не попадаешь-то, я что-то не пойму. Ты что упал? Ты что упал? А тут сломали пол, Максим. Блять. Тут эти... Видишь, пол ломается. Вот это ты высрал, да? Угу. О, слушай, 3 бутылки минералки нашла. Вообще красота. А тут что? А что у меня не все ящики лутаются? У тебя тоже? У тебя вот эти лутаются ящики, Максим? Какие? Ты иди, пожалуйста. Вот эти. Вот этот и нет. Вот этот. Нет, не лутаются. Блять! Справишься? Да тут лежачий. Говнюк. О, Максим, как обычно, в туалет. Так. А тут на выход дверь это, да? Там такой да, маленький. Да, скорее всего. Что-то скудненько. Да вообще трэш какой-то. А, блин, ну вот на задний этот еще. Розовые ботинки нашла. О, кстати, сопротивление жаре лучше, чем мои ковбойские сапоги. Ништяк. Ух! Что там делаешь? А ты где? Я на улице. А. Уже все залутал тут. Слушай, тут птицы могут быть. Осторожно. А, все умерло. Тут еще зомби вылазит вон. Справишься? Да.
все нашел. Ой, нормально. Кожные перчатки две штуки. Как бы и тебе, и мне. Всякие медикаменты еще. Так. Подожди, что-то мы хотели. Там впереди вот какой-то домик есть еще. Дай в тенек встану. Угу. Сейчас, там, подожди секундочку. Сейчас. Сходим. Так. А можешь ко мне подойти, я тебе поскидываю? Давай. Так, баночки у тебя, яички тебе на... Ну, еду на тогда тебе. Так, это я съем тогда. Ой. Потом, что тебе еще? Мутную воду, мясцо. Ты это давай тебе. Ну, вот кожаные перчатки, может, сразу оденешь там, если хочешь. Что еще, что еще, что еще? Что у тебя есть, скажи? Кости есть? М? Кости. Да, кости есть. На... У тебя так, кровь, патроны на твои. Да? Да, кровь есть. Кровь есть, антибиотики есть. Угу. Что-нибудь есть еще? Так, вот это тебе. Можешь пользоваться. Блин, столько чё? Различной краски, что уже не знаешь, куда вставлять ее. Ну, наверное, все. Ну, порох там, гильзы, патроны 7,62. Скотч, свинец, деньги. Вот эти вот фишки казино. А, нет, такого нет. Антибиотики, латунь. Спори, грибы на тебе. Спори. О. Спори, спори. Спори. Возьми! Куда пошел-то? Так, ну что, пойдем? Угу. Куда? Тут нет, ничего не смотрела. Пас. Сумочка. Угу. 4 стеклянные банки. Да кто с собой банки таскает? Оп. Вот там дальше есть. Катапультировался. Какой-то домик. Пойдем глянем. Ну, может, слишком далеко не пойдем уже? Ну, сейчас я гляну. Может быть, уже в нашу сторону пойдем тогда? А, ну тут вот большое здание какое-то. И... Там... Там вообще какой-то завод, что ли. Ну, пойдем на тот, в тот домик на горе. Зайдем в него. Ну, пойдем, пойдем. Походу, из-за того, что жарко в пустыне, просто вообще еда быстро кончается. Блин, запутался задание. Все. Ну, у меня два кабана убито, у тебя один, да, получается? Mm-hmm. Да потому что я до этого уже убивал одного. Так где ты его находил-то? Ну, там. Да, у меня один кабан. Недалеко от нашей базы. Где-то там нашел его. Тут хотя бы койотов тут вели, хоть какое-то мясцо. Раньше же только эти волки были большие. Угу. Ой, я отмычки нашла. Хорошо. Да, это пепельный. А, нет! Нет? О, это дебильный биом. А, это там, где мины там всякие, все, я понял. Вот этот мусорный. Угу. Реально дебильный. Он вообще просто, блин, ненавижу его. Мы же тогда там пытались выживать так, угу, еще, когда только вышла 18-я альфа. Блин, такой ветер завывает, а мне все жарко. Мне тоже жарко. Ну-ка, по ощущениям, что там? 31 градус. Ну, понятно. 32. Я уже не знаю, что тут нам нужно такое носить, чтобы мне было жарко. Так, у тебя свинец, да, есть? Говоришь? Да. Свинец есть. Вы испытываете жажду, ты чё, орёшь, что ли? Ну, потому что тебе жарко постоянно, у тебя и вода сейчас будет быстро заканчиваться очень. Ну, у меня этот есть. Сок юки. А у меня, кстати, тоже.
Слушай, а ты Да что такое я промахиваюсь? Прикольный домик. Я же хотел там пакетик где-то мусорный. Блин, сейчас мусорки надо обыскивать. Там может быть что-то хорошее всегда. Журналы, например. Да. Слушай, этот дом, походу, с подвальчиком. С сюрпризиком? Ах ты, сука. Гори. Да, с подвалом, потому что это решетка. В подвале видно. Так, ну все, я возвращаюсь. Ну, пойдем? Ничего там не было. Ага, бегу. Блин, ну офигеть, там, конечно, завод больше. Ох ты, елки, там город. Да, там город. Ну, там единственное, город тупой, потому что этот, как он называется, они там дома все эти разбитые, и там практически ничего нет. Двери все заперты. Хозяева, вы дома, нет? Сосед ползет только. Ай, блядь! Птица! Блядь, я провалилась. Где ты? Убил? Сучка. Там я знаю, как можно залезть. О, груз! Ой, самолет. Кать, возьми баночку. Сейчас. И вот это тоже. Сейчас. Возьми. Да это по карте же нам показывают. Возьми, исчезнет сейчас. Так я его не вижу. В том-то и дело. Ну, на карте у меня есть. Ну, тут я вижу, да, ты а что-то здесь... не видишь. Ох ты, ёлки, как он далеко. Далеко, далеко. Надо будет транспорт делать, потом только идти. Так он-то исчезнет, блин. Он не исчезнет. Пойдем. Я пешком дойду, пойдем. А. Паркур. И вот. Я тут пока посмотрю, что еще есть. Тихо. Зомби лежит. Блять, упал. Блять, танцор, иди нахер, пожалуйста. Я, блядь, по тварине попасть не могу. Да иди. Тут ты в мои ящики лезешь. Ладно, мусорку буду лутать. Ах ты! Гадина такой. Что я опять? Я нашла кукурузу, семя. Как хорошо. Чё-то пацанчик приуныл, да? Так, на, Кать. Кукурузный хлеб. Чё, кастрюли я перерабатываю? Угу. Ой, на один порох. Так что-то я вроде еще нашел, что надо было переработать. Но не вижу теперь. Блин. Это говно не поднимай. Сука. Что у тебя там? Помочь? Не, да я не мог попасть с первого раза. Mm. Как обычно, в туалете пистолет. Это уже... Прям уже классика. Да не говори. Так. Так, это подвал. Сейчас, ладно, тут тогда смотри. Пойдем в подвал. Пока закрою. Опа, сейф! Сейф? Угу. На, так, ты... на эти подожди. Отмычки, иди открывай. Кто-то там долбится, Кать. То ли вокруг дома бегают, то ли что, я не пойму. Да, вон дверь ломают. Ну ладно, смотри, я пока буду открывать. Угу. Так, а где сейф? А, вот вижу. Открывайте. Если что, кричи. Угу.
Я, в принципе, верю, что ты справишься. Но мало ли. С первого раза открыл? Да. На удивление, с первого раза открыл. Что было? Да ничего особенного. Угу. По-любому там он ходит уже с золотой цепурой, там браслетом. Ничего, говорит, не было. Пойдем. Бери дробовик, тут, походу, жопка будет. Тихо. А какого фига здесь в химзащите, чувак? Все? Не-не-не, что-то как-то странно. Блин, что-то какое-то наедалово. Ну, я предлагаю... смысл здесь... Ну-ка. Опа, вот, конечно, говоришь, наедалово, блин. О, нифига. Тут бункерная дверь, блин.